Всем привет, с вами Линас, и сегодня продолжаем путешествие по вселенной X. Продолжим сюжетку, нам надо 75 невидиума, вот наш корабль копает невидиум, вот везде здесь невидиум, это еще надо разбить вот эти. Это не был большой невидиум астероид. Он уже немало здесь собрал, насколько я понимаю. Это невидиум. Мы попробуем его разбить. Это тоже надо разбить. Так, сейчас у нас корабль только не лопнулся куда-нибудь. Надо нам 75 невидимо взять. Астероид. Мистраль. Супер тяжеловоз. Пленительно. А что, у меня нету транспортера? А где мой транспортер? Вот. Транспортер, перевод произведен. Хорошо, что есть сейчас. Так, дополнительно обмен грузом. Невидиум 75. Окей. Невидиум, перевод произведен. Все, летим отсюда. Не надо мешаться ему, пусть он копает. Прыгаем. У меня, как всегда, кошка кричит. Как всегда. Ты там! Прыжковый не разбейся. Заряжен на 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Надеюсь, он там не разобьется. Продолжаем лететь, нам вот туда надо отдать невидиум. Так, посмотрим, как он там не разбился. А, сейчас щиты поднимутся. Грузовой корабль «Мистраль» обеспечивает снабжение флота корпорации. Вот растет «Атос». Щит, хорошо. А то думал, что он разбьется. Почему-то не очень бьется в астероиды, если залететь в сектор. А, все, поднялся щит, хорошо. Все, летим, сдаем. Сдаем, что нам надо, вот сюда. Верт Пелади. Это кто? Врата. Зеленая чешуйка. Пеладийский. Войска. Федь. Сообщение. Это что у нас там? Десантник. Я купил десант, ребята. Купил 20 десантников. Штаб-квартира. Сейчас покажу. Купил 20 десантников. Вот они все ждут, надо этих слететь, забрать и перевести в одно место. И я сейчас еще, наверное, сегодня будем искать, где найти фрегат, ракетный фрегат надо захватить, чтобы потом захватить этот Арес, или как там он называется, корабль большой, который мы нашли прошлой неделе, прошлой серии. Так что будем сегодня искать его. Фрегатный этот. Но нам, наверное, надо закончить эту или купить сюжетку закончить. Но нам надо будет 48 миллионов, чтобы купить себе штаб-квартиру. Надо полететь, может попробовать захватить какие-нибудь корабли, продать их. Вот не знаю, как захватить ракетный фрегат. Я знаю, где Сплитский летает, но он всегда летает не один. И я пробовал не на записи, но меня всегда убивает. Так что как-то даже не знаю. Надо как-то найти один, а где его? Или купить просто. Продать невидиум, купить. Попробуем на бирже поиграть, когда он закончит свой трюм. Полностью заделает, тогда мы попробуем его привести и поиграть на бирже, на невидимый. Посмотрим, как там будет.
Стыковка выполнена. От лица так. Председателя корпорации Теллади приветствуем вас. Мы всегда рады взаимовыгодному сотрудничеству. Контакт с местной торговой сетью. Сообщение. Ну, думал, здесь будет, но нет. Посмотрим, есть здесь, что нам нужно. Сборщик где не надо, не надо. Не видим, 6. Используя торговую систему с расширенными возможностями, пилот может... Все, посмотрим. Мы не ожидали, что вы вернетесь так скоро и привезете весь необходимый невидиум. Мы преуспели в исследовании данных, собранных Плутарха. У Плутарха. Ребята, у меня очень большой монитор, а запись очень маленькая, и мне трудно считать, потому что я сижу где-то метр от монитора. Так, кажется, мы были правы, что подозревали их. Найденные неоднократные переводы денежных средств неизвестной группе, которая, по нашему предположению, является пиратским синдикатом. Помимо этого, была найдена информация о передвижении наших кораблей. Кажется, Плутарх нанимал наемников, чтобы нападать на наши корабли и станции. Мы считаем, что очень скоро произойдет нападение, поэтому мы выделили дополнительные оборонные активы для вероятной цели в зеленой чешуйке. Пожалуйста, присоединитесь к ним и реагируйте на любое нарушение порядка. Ну, давай. Лады. Защити трудная шахта в секторе зеленая шашуйка. Давай летим, попробуем еще. Может вот так будем летать, посмотрим, чайку может найдем где-нибудь. Нам нужна чайка. Я думаю, что будем все-таки чайку, потому что у Теллади у нас хорошая репутация. Она упадет, но она останется все еще в плюсе. Когда я захватывал вот этот Гиперион Агрессор, когда я захватывал... И Ариану у меня упала, была плюс один, сейчас на торговле немножко поднялось. Можно аргонский даже попробовать, аргонс даже у нас лучше, плюс 9. Гонер 0. Минус 2 у землян. Пираты минус 2, гаки минус 5 и яки минус 2. Да, хорошо, прыгаем. Давай посмотрим, может он здесь где-нибудь летает. Я только один раз видел чайку в игре. По каким она секторам летает, хрен его знает, где ее можно. Надо еще смотреть миссии, может какие вкусные будут. Корабль, нет, за 30 тысяч даже. И нам нужно уже строить, нам нужно луч, световой луч купить на этот. Но Гиперион поддерживает световой луч. Информация. Этот уникальный корабль, которым когда-то владел верховный жрец паранидов и который бороздил космос... Силовой луч, не световой, силовой, да. И в главный вперед. Однако массовое производство этих кораблей было отложено на неопределенный срок. Ну и хорошо. Решением паранидов. Хорошо, что он поддерживает. Давай посмотрим, есть здесь. Шрайк Коршун Самсон. Сапсан. Нету чайки здесь. Здесь чайки нету. Но если она здесь и была, войска здесь большие. Нас бы очень быстро разобрали бы. Все, летим по миссии, смотрим куда там. А, в зеленую чешуйку, давай прыгаем в эти врата. Смотрим, что там надо делать. Там, наверное, пиратов будет много. Пробуем их всех. Раздолбать. Внимание, ракета. Это кто по мне ракету пустил-то? Внимание, ракета. Это по мне? Это кто по мне стреляет-то? Гладиатор? Это что за корабль-гладиатор? Пиратский. Нова. Рейдер. Давай эту Нову надо убить. А может это попробовать захватить этот гладиатор? Внимание, ракета. Кто это запустил? Это по мне. Внимание, уже. Ракета. Как хорошо по нам. Ого! Это внимание, он что, ракета. Совсем? Тяжелая ракета
томагавком. Томагавком даже он стреляет. Ну давай, выпусти ты все томагавки. Тяжелая ракета томагавка. Пусть там все выпускает. Пусть он все выпускает. Интересно, сколько там у него этих томагавков. Сколько у него этих ракет? Интересно, когда у него они закончатся. Вау! Ты что, хочешь здесь совсем уже? Внимание, ракета. Все, вам конец. Что с ним? Внимание, ракета. Он сам взорвался нахрен на свои. Рейтер. На свои. Надо было сразу его убивать. А там он уничтожил что-нибудь у нас? Этого гладиатора надо, но он ракетный. Я не знаю, это был ракетный фрегат. А давай посмотрим, можно его захватить и это. Давай, у нас должно быть сохранение, да? Торговая станция Телайф. Вы говорите, я могу. О, как начинаю передачу данных. Это вас интересует? С этой омикрон лирой 13. Ну, конечно, сейчас перевезем. Так, все. Делаем загрузку, ребята. Ну, бывает иногда так, да? Надо загрузку. Я хочу попробовать его захватить, этого гладиатора. Так. Это было 14.05. Вот, автосохранение. Загрузить. Да, попробуем. Попробуем захватить. Может, я не знаю, у гладиатора есть это ракетный фрегат? Или это какой корабль? Ну, наверное, мы это потерпим поражение, но... От лица председателя корпорации Теллади приветствуем вас. А, вот он уже. Мы всегда рады все. Взаимовыгодному сотрудничеству. Что здесь можно купить? Ничего нельзя здесь купить. Сообщение. Все, это мы не будем считать, потому что у нас уже было все, взлет. Все, полетели. Полетели. Отсюда, как раз вот в эти врата. Здесь чайки не было, не было. Пробуем сохраниться сейчас. Ну, чтоб у нас, я купил 100, да, 10 сохранений. Зеленая чешуйка. Этих. Страховка. Вход в систему. Зеленая чешуйка. И где они? А, вот он. Что за корабль он? Пиратский Аид. Теперь Аид? Это что? Что за корабль Аид? Под гладкими обводами корпуса Аида скрыта прочная сталь. Этот лучший бомбардировщик паранидов, лидер в своем классе. Это бомбардировщик? Ракеты. Кормовая носовая. Томагавк только выпускает. А он десанта, он, наверное, не может, да, вести. Как он называется? Под гладкими обводами корпуса Аида скрыта прочная сталь. Этот лучший бомбардировщик паранидов, это, лидер в своем классе. Это бомбардировщик, это не... Да, понял. Это не ракетный фрегат. Так, здесь была хорошая миссия. Фабрика настропового масла. Эль. Вы говорите, вам требует... У вас вот что мне нужно. Это задание не потребует что, уже от нету? Больших усилий. Мое предложение... Была хорошая миссия, но она еще не сгенерировалась или она уже пропала. А кто там еще? Пиратский. Нова. Нова и Аид. Аид. А он уже, смотрите, запустил ракеты.
Давай попробуем, да, без проблем. Вот так сохраняемся, вот сразу так вот делаем. Сохранить, давай на какой-нибудь старый, вот на седьмой. На седьмой сохраняемся и... Внимание, ракета. Это по нам ракета уже. Внимание, ракета. Тяжелый томагавк летит уже. Сколько там их он запустил? Томагавк даже. Твою мать. Хорошо, давай делаем так. Делаем так. Бьем нолик. Делаем так. Пусть он. Сообщение. Пробуем. Пиратский АИД. Ого, как он это классно это. Интересно, сколько у него этих ракет. Тяжелая ракета Томагавк. Цель в зоне поражения. Тяжелая ракета Томагавк. Думаю, мы потеряем и этот. Цель в зоне поражения. Пиратский. Сообщение. Что за сообщение? Ага. Активация активирована. Все, идет захват. Сейчас смотрим, он захватится или нет. Смотрим. Я скорость брошу. Думаю, что нет. Внимание. Атакован один из ваших кораблей. Зеленая чешуйка. Сообщение. Захватили, смотрите. Давай эту... Пиратский, Нова. Эту Нову быстро мы ее сейчас ликвидируем. Активен протокол ремонта дронов. Окей. Нова в кого-то втюрилась. АИД мы захватили. Пиратский, или как он там называется. Сколько мы будем до нее там лететь, для этой Новы? Надо ее уничтожить, эту Нову. Пока она это... Сколько она там ракет куда-то впустила? Станцию. Цель в зоне поражения. Надо, чтобы... Выполнена. Чтобы она отошла от станции, мне надо. Миссия выполнена. Бортовой компьютер ожидает новую команду. Давай, Нова, лети отсюда. Сообщение. Вот так вот. Может, сдашься? Нет. От лица председателя корпорации Теллади благодарим вас за своевременную помощь в сохранении стабильного дохода. И он показывает нам, что нам надо убить этот кредитов кораблик. Ага, это не очень хорошо. Видите, нам все равно показывает, что нам надо убить его. Это нехорошо. И миссия не закончится. Нехорошо. Так, нам надо этот увести. Эфир. Приказы, командная консоль, навигация. Так, стыковаться с... Здесь есть где-нибудь стыковаться? Здесь нету. Штабка ДПН. Здесь есть верфь. Док оборудования. Пусть он стыкуется. АИД. Что у него есть? Груз. А у него ракет больше нет. Ни одной ракеты. Хоть ракеты будет. Плазменная пушка. Москит. Щиты. Надо щиты снять с него.
прыжковый двигатель есть, сколочный компьютер. Ну так, все, гоним его тогда. Сейчас дадим ему батарейки, снимаем пушки. Потому что нам, думаю, пушки понадобятся или нет. Потому что я не могу видеть, он миссионный. И если вот миссия закончится, он просто исчезнет. Его ремонтировать я точно не буду. Командная консоль, дополнительно обмен грузом С. Батарейки ему дадим, там, не знаю, сколько там мы можем ему. 100 батареек полностью хватит. Батареи, перевод произведен. Боевой дрон пусть будет. Щиты давайте. 25 нам нужно будет. Забираем. 25 мегаджоулей щит. Перевод произведен. 5 забираем. Иноплазменная пушка нет. Плазменная пушка есть у Аида одна. Ну, давай эту плазменную одну пушку переводим тоже к нам. Плазменная пушка. Перевод. Москитов немножко. Боевой дрон пусть будет. Все, теперь ему... Смотри, у него щитов нет. Почему? А, я снял приказы. Командная консоль, навигация. Прыгнуть в сектор. Штаб КДПН. А где верфь? Здесь. Команда принята. Сейчас мы его продадим, и миссия астероид. Будет засчитана. Хорошо. Так, Аид. Наш Аид, где он? Где он? Ваш Аид. Приказы, командная консоль, навигация, стыковаться с... Штаб-квартира КЭД... Подожди. А что это за... Поменялось. Миссия. Стыковаться с... Стыковка разрешена. Он улетел, и наша миссия тоже, да. Сейчас мы его попробуем продать. Смотрим. Давай посмотрим, может здесь уже миссии какие появились хорошие, денежные. Да. Фабрика настропового масла. Пропала. Эль-бета. Что здесь? Торговая станция Телади. Вы говорите... Вы можете столкнуться с определенными трудностями. Давай партнерный исчез вместе с ними, все во все деньги. Так, 12 минут, надо кого-то убить. А он что, на кентавре будет? Давай, сохраняемся. Делаем сохранение. Сохранить на 8. Давай на 8. Ага, на 8. In case. Пока мы будем делать, этот прилетит там, куда надо. И тогда берем эту миссию. Вы говорите, 7 миллионов, это хорошо. Это задание может оказаться. Берем. Нравится, беру. Сообщение. Так, мои миссии 12 минут активировать наведение. Угу. И куда нам? Куда нам прыгать? Центр дохода Альфа. Думаю, надо в эти врата. Как всегда, он будет в других врат. Двигатель заряжен на 10%. Думаю, кентавр мы успеем. Кентавр мы убьем. Вход в систему. Центр дохода Альфа. Да, это не кентавр. Ятаган земной. Охуй. Ой, простите, ребят. Я думал, что... Земной. Рапира. Рапирка там. Ятаган мы сейчас. Земной. Если Ятаган. Мы его только догнем, этого Ятагана. Если мы только его догоним. Давайте всех пушек сейчас еще пристроимся к нему. Поближе. Так. Скорость сбрасываем и давайте полную ему. Эй, если ты ищешь неприятности, ты их получишь. Все, сделали. Сообщение. Ваша репутация улучшилась.
улучшилось, с кем партнер в Стеллади. Давай вон. Все, прыгаем отсюда, пока нас не загрызли. Прыжковый двигатель заряжен на 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Внимание, ракета. Ого, как там нас? 80%, 60%. Как там чуть нас не загрызли? Ну, этот будет стыковаться сегодня. Верфи. Не можем его это себе оставить, потому что он пропадет потом. Да что там за корабль? Может, чайка летает? А, нет, здесь чайки не будет в этом. А, здесь это, да. Не знаю, как, где найти фрегат. Как бы есть, но... Сейчас мы его продадим. Все равно получим несколько миллионов. Все. Давайте продаем. Мой деловой партнер, так, 1 700 000, очень хорошо. Итак, верфь, торговля, ваш вид, сколько? А, не, думал, 2 миллиона, ну его ремонтировать надо, но это будет долго. А может мы его отремонтировать, я получу тогда больше денег. Наверное, 10 миллионов точно. Но не знаю, сколько он стоит. Два миллиона только. Давай посмотрим, сколько за энциклопедия. Дополнительно энциклопедия. Корабли. Пират. Рака. А, подожди, почему нету? Огненный копоть. Это ведь был пиратский аид. А, нет, он паранитский, да? М8. Аид, вот. Под гладкими обводами корпуса аида скрыта прочная сталь. Этот лучший бомбардировщик паранидов, лидер в своем классе. А сколько он стоит? Ага, да, здесь не написано, сколько он стоит. Что делать? Продаем как есть или ремонтируем? Ну, я думаю, что я его отремонтирую, ребята. Я ставлю на паузу и вернусь, когда уже это будет он отремонтирован. Скоро увидимся. Так, ребята, отчинил я его. Гиперион, агрессор. Так, а есть у него что-нибудь дополнительно? Обмен грузом. У него что есть? У него есть сингулярный? Нет у него. А, есть. Сейчас сразу его взяли с него. Сингулярный уплотнитель времени. Перевод произведен. Что у него есть хорошее? Сканер C3. Прыжка. Подожди, а у нас есть у этого прыжковый двигатель? Подождите, пристыкованные, шамон прототип. Есть у него, думал, сюда поставлю еще, но есть он. Ну все, говорим ему. Так, все, мы улетаем от него, чтобы он это в нас не врезался. Перевозка тяжелых грузов. АИД. Приказы командного навигации стыковаться с... Штаб-квартира и верфь. Стыковка разрешена. Команда пусть он принята. Летит. А что здесь за... Верфь Пеллади. Вы говорите с автоматом. Вам требуется вы вовремя. Если я вас правильно защитить 100 тысяч. Нет, сейчас станет... не буду, потому что вот наш АИД летит. Ну давай, АИД. Стыкуйся, мне надо посмотреть. АИД. Воу, как он быстро пролетел. Все, стыкуется. Сейчас пристыкуется, и мы его продам. Мы должны миссию засчитать, наверное.
Ну, Аид. Цель отсутствует. Все. Пеладийский. Постав. Верфь Пеладий. Это торговля. Продать не так и много. Ну, миллиончик еще. Я думал, что он был дороже будет. Этот лучший бомбардировщик паранидов, лидер в своем классе. Только 3000 миллионов. Ну и все, продаем. Аид продано. Все, миссия засчиталась нам. Потому что если его не убить, потом он пропадет и все. Ну, миссионные корабли, если захватываешь, они не остаются. Мне нравится называть вас магнатом. Сегодня было спасено много прибыли, и у нас появился шанс причинить врагу большие потери. У нас есть данные о местоположении пиратской базы. Во имя прибыли повредить ее в руины. Так, как я сказал, нам надо сейчас уничтожить пиратскую базу. Пиратская база, и где она? Нам нужно кентавр. Так, что у нас есть на... А, у нас кентавра ведь нет уже. Ага, кентавра у нас ведь нету. Чем мы можем сейчас его... Сколько там у него осталось? А, еще осталось место. Что у него за... Буря, молния, оса, один рыбомолот, ударный импульс генератор, успокоить частицы. Четыре ударно-импульсные генераторы. Это что за инф... Принцип действия ударно-импульсного генератора основан на использовании современных технологий создания мощных пульсаций в матрице подпространства. Только 3К? Генерируемые волны настолько сильны, что позволяют физически перемещать объекты в обычном пространстве. А выделяемая ими энергия... А у нас что? Сумеем 2 кораблями мы его, эту базу, уничтожить. А у нас... Иноплазменная пушка. Осколочный бомбомет. Сколько у него? Это оружие используется на тяжелых истребителях и эсминцах. А, 8К. По корпусу 1К. Ну, прыгаем, посмотрим, что там есть. Куда нам? Оу, мы еще не знаем. А, в пустоши. В пустоши нам надо. Ну, прыгаем в пустоши. Даже не знаю, где здесь врата. Ну, давай в эти. Прыжковый двигатель заряжен на 10%. Пусть будет в эти. Вход в систему. Я не посмотрел, может, там чайка летала где-нибудь. И где-то база пиратская. Да, за вратами, как всегда, да. И там много. Там карака летает, да? Ну и как мне эту караку, блядь, убить? Эта карака мне интересна, она... С карака, пиратов... Пиратский. Сокол, пиратский, нова, пират, 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 пиратский. Твою мать, сколько здесь. Да меня разберут без проблем. Карака. Нова. Ого, ого. Ого, сколько. Не, я здесь не выживу. Нам здесь не выжить. У нас слишком слабый кораблик для этого. Давай посмотрим, что там за миссии хоть. Ой, как далеко, ой, как далеко, ой, как далеко. Ракет залпового огня Альфа. Не, с каракой я ничего не сделаю. Рак летает его. Пиратский карака. Этих я, может быть, еще и вынесу, но
Что с Каракой делать? Нахрен... Ее захватить надо. Не, без, она нас ракетами забросает, так нечего делать. Нам нужен какой-то, нужен ракетный фрегат, ее с ракетами нахрен уничтожить и все. Пиратский Нова Рейдер. Ну можем этих Нов понемножку, может потом попробовать захватить. Ну да-да, начинается, да? Угу, начинается уже. Так, это... сохранение. Давай на пятый. Потому что здесь я не вижу, как это сделать. Много здесь летает всякого говна. А это кто? Аргонский. Оперативная группа. О! Посмотри, это кентавр это? А титан даже. Давай к титану, может он нам поможет. Он уже запустил, смотрите, ракеты. Угу. Он запустил по кому? Давай остановимся, посмотрим, что здесь будет. По нове. Бум, нету новы. По кому это? И по Караке, наверное. Но Карака сбьет. Еще один по новым. Нету новой. Еще один. А по этой не хотите там немножко бум сделать? А по Караке? По Караке тоже летит. Но Карака сбьет все. Видите, она сбивает все ракеты. Нет, ну она попала немножко. Бум. Половина щитов у нее нету. Это все? Титан, а это кто еще? Аргонский. Оперативная группа. Гладиатор. А, здесь еще ракетные кентавр все летает. Они хоть это... Да пусть они уничтожают, у нас так репутация упадет. Бум, пока... Опс, Караки, все. Караки уже нету. Что? А ничего хорошего. Бенши. А, эти тоже сейчас умрут, потому что за этой гонится. А, сбила, смотрите. И это сбила. Но они сейчас еще его запустили. Давай поможем, может, гонцам, а? Вон, нечего здесь смотреть за... Это, как... За угол, да? И все, а по станции, плиз. Там хоть щиты снимите ей. Так, это Нова не сумела сбить. Или там кто-то был. Нова стреляет. Сейчас она сбьет, наверное. Да, сбила. А это тоже стреляет. Давайте попробуем этих Нов. Может, мы сумеем их захватить. Может, сдастся. Пираты как бы пугливые. А, там уже по этой летит ракета. Только нам на ракету не поставится. Сейчас мы попробуем вот. Давайте, хотели бы знать, почему вы себе это позволяете. А ты можешь, ты Лади. Лади не хотят войны, но мы сумеем дать отпор. Не сумеешь. Все, по тебе ракетка вот летит, и ты сейчас взорвешься. Ты отступил. Все, тебя нету и... Все? Производственный комплекс. Тяжелых щитов. Больше нету, Альфа. Да? А вот поэтому давайте, пожалуйста, ребята, а здесь есть ракетный фрегат? Титан, Кентавр.
Это бомбардировщик тоже. А, и все, их уже нету, да? Они все уже отвалили, да? А нет, еще есть. Оперативная... Это тоже миссионы, и их не захватишь, они пропадут. Пиратская база. Давай посмотрим, сможем мы ее хоть щиты немного как-то, не знаю, снять. Цель в зоне поражения. Даже не знаю, как это делать. Давай, стой уже. Наверное, конечно, не сможем. Нам надо еще Адриану, Ариану привезти сюда. Давай сохранимся здесь. Потому что там не опять вот. Турелям говорим, мой, так, корабль. Командная консоль всем турелям. Уничтожить, атаковать мою цель. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Как там? Щиты идет? Идет щиты, смотрите. И как неплохо идет. Неплохо идет. А, так. Я не думал, что у него такие хорошие. И смотрите, какая энергия у Гипериона. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Еще вот так сделаем. Вот. Мы вас предупреждали. А, по теперь корпусу уже не идет. Так хорошо. А что у нас там по ракетке есть? Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Ах, москит. Ракета «Жукопен» установлена. Ракета «Молния» установлена. Давай, молнии пустим. Ракета «Москит» установлена. О, по корпусу совсем она... Мы вас предупреждали. Она, теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. А где рыба-молот? А, я не могу рыба-молот, наверное, да? Ракета «Жукопен». Ракета «Ураган». Мы вас предупреждали. Ракета «Москва», ракета «Жукопен», ракета «Ураган» установлена. Ураганами. Да, там ничего не делает ураганчик. Ракета «Тайфун». Тайфун. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Тоже так себе, да? Или там есть что-нибудь? 87. А, я сам сбиваю ракеты. Мы вас предупреждали. Свои теперь же пираты ракеты. Будут... Ракета установлена. Белуга. Я сам сбиваю, да? Ну давай, это остановим. 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 Мы вас предупреждали. Турели. Турели. Только ракеты. Команда только принята. Ракеты. А сейчас попробуем. Так. Ракета Бенши установлена. Бенши. Тоже ракета. Ракета «Москит» установлена. Мы вас... Ракета «Жукопен» установлена. Да, по 1% только по ней. Ракета «Ураган» установлена. Ракета «Москит» установлена. У нас нет торпед никаких, да? Вот, понажал. Ракета «Жукопен» установлена. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться, да, за вами повсюду. Не надо даже их там, ничего не дают они. Ракета «Тайфун» установлена. Ракета «Москит» установлена. Да, ничего не дает. Так, турелям, а пилот, командная. Всем турелям атаковать мою цель. Да, делаем вот так вот и пилим. Мы вас предупреждали. Корпус теперь не так быстро. Будут охотиться за вами повсюду. Корпус какой-то твердый у нее.
щиты быстро слетели, а вот корпус нет. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Ну да. Почему? Мы вас предупреждали. А, сбрасывает. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами. Мы вас предупреждали. Теперь может пираты мне будут дать, охотиться подожди, за а вами нас повсюду. Это, у нас есть у этого корабля? Где он? Мы вас предупреждали. Батарейки. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Нету. Угу. Давай еще этому мы надо приказать, но он может теперь разбиться. Теперь пираты будут сволочь охотиться за вами повсюду. Ну, может, немножко поможет. Приказы, командная консоль, боевые, атаковать, нацель. Ну, давай смотрим, как он будет атаковать. А где он? Он вылетел? Или он разбился? Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Почему он не вылетел? Подожди. Почему он? Там, мы там вас предупреждали. Нажал. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Ага, так не идет, а не? Угу, так не идет. Хорошо, тогда мы ему говорим прототип. Приказы, командная консоль, навигация, ожидать, боевые, атаковать мою цель. Вот он. Если он не разобьется, будет хорошо, но думаю, что он разобьется в эту станцию. Что он делает? ОМОН, прототип. А почему я не стреляю больше? Ой, закрыл. Пиратская база. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Ты будешь стрелять по станции? Ну? Да, это будет долго. Ты только не разобейся. Не-не-не-не, все, надо нам его. Теперь пираты будут охотиться. Приказы, командная консоль. Навигация, стыковаться с пустошь, ваш гиперион. Стыковка разрешена. Команда принята. Мы вас предупреждали. Пусть он стыкуется, потому что он разобьется. За вами повсюду. Надо пополнить батарейки нашу Марьяну. Хорошо. Пусть стреляет. Сейчас мы сделаем так. Наш Зефир. Приказы, командная консоль. Специальные. Пополни припасы кораблей. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Надо вывести
Ария, Альта. Приказы, командная консоль, навигация, ожидать. А вот нашему этому надо говорить так. Ваш зефир, приказы, командная консоль, навигация, специальные, пополнить припасы кораблей. Он водитель легенды, да? Да. Ассаяна. Энергия, батареи. 500 батареи. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Команда принята. 500. 500. Да. Половину корпуса съели мы уже. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами. Что? Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться. Мы вас предупреждали. Теперь пираты. Сообщение. Все, пополнила. Сейчас смотрим, Ариана. Есть у нее батарейки? Да, есть у нее батарейки. Так. Ариана. Приказы, командная консоль. Смотрим. Мы вас предупреждали. Теперь да. Будут ноль. Заряжаться на 500. Нет, на 20. На 300 батареек. И навигация. Нет. Боевые. Боевые атаковать мою цель. Что он делает? Информация. Прыжок. Он сейчас прилетит сюда. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Вот он уже летит. Врата, полночная звезда. Ой. Пиратская база. Надо мы через вас здесь смотреть, да? Теперь иначе пираты он будут охотиться за вами повсюду. Так, ваша Ариана. Нет, как вам? Нет. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Команда всем турелям. Атаковать мою цель. Команда принята. Ну, мы вас и где предупреждали. Он? Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. А где эта Ариана наша? О, она очень медленная. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться. Мы вас предупреждали. Теперь хорошо, что будут еще охот... они прилетают. Мы вас эти летели, там здесь осталось. Может, там попробуют захватить. Мы вас предупреждали. Там стоит. Теперь пираты будут охотиться. Но... Мы вас бенши предупреждали. Есть. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за... Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться. Мы вас предупреждали. Он ракета не видел? Теперь пираты будут охотиться за вами. Какую повсюду. Он там ракету пилнул? Да ты не даже не допускаешься. А, вот, все, попадает. Еще ракету запустил какую-то. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Ну ты только, красивый кораблик. А почему ты разворачиваешься? Почему его турели не стреляет? Он что, он так вот будет каждый раз заходить на... Мы вас предупреждали. Теперь пираты а я могу рыбу молот использовать? Этот уникальный корабль, которым когда-то владел верховный жрец пирамидов, и как... Мы вас предупреждали. Могу. Давай, теперь дай мне. Пираты будут охотиться за вами повсюду. Дай мне. Наши турели. Ариадна.
по нему огонь не откроет по своему кораблю, надеюсь, нет. Дополнительно обмен грузом. Белуга 5. Буря. Давай берем. Ракета Буря. Перевод. Но не дезинтеграющая ракета, даже не знаю, что это такое. Шелкопряд нету. Оса, две осы есть. Москит. Да, пусть будет у нас. А где рыба молот? Она уже все, ее выпустила. Да, она уже ее выпустила. Понял. Пиратская база. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Долго осталось еще. Ну да, как-то вот этот отход, заход-отход не очень. Можно в дистанционке, будет быстрее, наверное. Будут охотиться за вами повсюду. Но если не будет в секторе, она не будет летать вокруг. А мы можем просто на нашем маленьком корабле вылететь, оставить их оба здесь, пусть они там разбивают эту базу, быстрее будет, нет? Давай попробуем, хорошо. Так, пристыкованные, ваш ОМОН. Что ты будешь делать? Давай ракеты выпустим. Что там у нас за ракета? Ракета ОСА установлена. Ракета Шутопряд. Дезинтегрирующая. Мы вас предупреждали. Что за дезинтегрирующая ракета? Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Так, ничего хорошего. Молния. Ракета «Москит» установлена. Мы вас предупреждали. Тоже ничего хорошего. Ракета «Оса». Ракета «Шукопряд». Дезинтегрирующая ракета установлена. Ракета «Буря» установлена. Что за буря? Какая-то быстрая, да? Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Ой. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами. Мы вас предупреждали. Теперь у нас репутация упадет пиратами на не знаю насколько. Теперь пираты будут охотиться. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Ну. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться. Мы вас предупреждали. Давай, осталось там. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами. Она будет иногда когда-нибудь стрелять по этой хреновой станции. Только не разобейся. Ты не разобейся, не разобейся в эту fucking станцию. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Да, так мы вас предупреждали. Немного осталось. За вами. Мы вас предупреждали. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Не хочу пропустить. Будут охотиться за вами повсюду. Немного осталось, уже не буду пропускать. Мы вас предупреждали. Вырезать. Теперь пираты будут охотиться за вами. Мы вас предупреждали. Ну, уже час идет запись. Теперь пираты будут охотиться за вами повсюду. Ты куда под пушками лезешь? Твою мать. Как я и говорил, она врежется в базу и сама взорвется. Нет, это тупо. Хорошо. А я сохранился тут. Это очень плохо. Это очень плохо. Я Ариану не хочу терять. Она просто тупо врезалась в станцию. Все, на этом я заканчиваю свою серию. Это, ребята, очень мне нравится вот такое. Такой геморрой. Надо оставлять корабли и самому вылетать. Тогда вот смотреть. Ну что, ребята, я в следующей серии уже будет
взорвана станция, и начну запись с этого момента, как взорвут станцию. Потому что терять корабль из-за того, что он врезался, это мне так не нравится. Думаю, что он поможет, он ни хрена не помог. Так что, всем спасибо, ребята, и всем пока-пока.